Извините, скажите, пожалуйста, неделю назад в столице нашей страны прошел гей-парад, и в августе намечается в Одессе. Что вы по этому поводу думаете? По этому поводу? Это ужасно, это страшное дело. Страшно этих ребят, надо всех просто-напросто в резервации и заставлять хорошенько работать. Трудиться надо. Вот только трудом избавляется от таких вредных привычек. Ясно. Спасибо вам, удачи.